Доброе времени суток, доброе времечко, ребятушки. Погода утром прохладненькая, свежая такая. Ну, вроде налаживается уже погода, а вот днем жарко на солнышке, а в тенечке прохладненько, а утром вообще как фреш, свежесть. Ну, как и во всех городах, утром всегда прохладненько. А днем, как всегда, жарко. А у меня небольшой мукбанг. Всем-всем привет-привет. И немножко можно с вами выпить. 5 капелек. А знаете, ребят, на что я подсела? На новорос. Прикидывайте, мне стало нравиться новорос. Светлое пиво, вот это очень вкусное. 4 всего лишь градуса. И годен 30 суток. А на вкус с горчинкой, кстати. Супер, супер, ребята. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Ох, холодное какое, прям вспотевшее. А, настройки, да, как обычно. А у меня сегодня пельмешки. Даппинги, или как там их? Да, даппинги. Вот. Немножечко 5 капель. Совсем немножко. Чтобы не было скучно. И все. 5 капель. Белая березка. До сих пор не могу выпить. Вон сколько еще ее. Вон сколько ее. Белая березка с настоем яблок белый налив. Очень хороший, достойный напиточек. А-ля водочка. А это за вас. Ребята, за вас. О, все не осилило. Хватит так. Можно немножко запить. Ой-ой-ой-ой. Допью чуть позже сейчас. Аж вспотело-то, как бутылочка, смотрите, течет. Сейчас покажу. Новорос вообще вкусный, я подсела на него. Смотрите, капельки аж. Ну, аж капельки. Ой, ой, блин. Открываться, к сожалению, она открывашкой. Короче, сегодня даппинги с... Не со сметаной, а вот с такой аджика по-домашнему. Сладкая какая-то она, я думала, острая. И вот с таким перчиком. Вот. С черненьким. Ну, ничего, тоже пойдет. Ну, и с водочкой, которую я уже глотнула. Вот это пиво вообще мне понравилось. Горчинка вообще такая. Во, лайтовое пиво. Вот я на него подсела. Новорос. Козел надоел. И подсела вот на это пиво. Смотрите, какое оно вспотевшее. Не знаю, передаст ли камера. Я думаю, да, вон. Ой. Ребят, вот такой завтрак. Ну, он же и обед. Небольшой мукбанг. Непереваренные, фактически как на пару, а даже лучше. Даппинги карельские. Вкусно. Сладковатка эта аджика. Там морковка в ней, яблоко, сахар зачем-то добавили. Не знаю. Сладкий перец. А я думала, она такая будет, знаете, остренькая. Разве аджика бывает сладкая? По идее, должна быть, как вам сказать, острая. Выпила с вами.
и ни в одном глазу. Рюмочку только, мои хорошие, больше я не буду. Ну и пиво попью. Да. Вкусно. Это за вас. Пей до дна, пей до дна. Ах! Знала бы лучше со сметаной. Но сметану можно в любом случае добавить даже и в этот. Поострее хочу. Но, знаете, не хочу до холодильника топать. Скоро выходные будет. А вроде же 12 июня будет День России. Как бы я так понимаю. День города прошел, Питера. А 12 июня должен быть День России. Да. Здорово. Да чего же они вкусные? Карельские даппинги. Блин, ну их можно самим, конечно, делать. А водка такая хороша. Вообще супер. Яблочками пахнет. Во рту до сих пор яблоками. Ну, запах такой освежающий. Но с ней надо быть осторожно. Если ее перепить, то будет плохо. А если рюмочку одну, две, три, то будет нормально. Да. На Новорос, значит, я подсела. Видели, да? Вот что я без камеры-то буду делать. А у меня в холодильнике есть лещ. Такой большой. Надо будет его почистить. И с пивом. Но у меня в холодильнике не одна бутылочка пива. Признаюсь вам. А поболее. Да-да. Да. Очень вкусно все. Почему так все вкусно? Вот почему? Вот бывает вообще невкусно. Я знаю, что бывает, я просто шучу. Бывает и невкусно. Да. Я ничего не говорю. Мы все не идеальные. Вкусно. Запотевшее пиво стоит. Как глотну сейчас с лещом. Надо будет, наверное. Ну, кайф. Мне сметана вкуснее, конечно. Ну, с этим тоже пойдет.
Ой. Все, одну рюмочку больше я не буду. Потому что я хочу пиво попить. Да. Я хочу пиво попить. Блин, ну надо же меня было угораздить подсесть на Новорос. Ну, оно очень вкусное пиво. С горчинкой. Ребят, ну вот это мукбанг вкуснейший. С аджичкой. Сладенькой. Ну, можно было еще и сметаны. До кучи. Сказка. Ой. Вам приятного аппетита, мои хорошие. Хорошего настроения. Много не пейте. Мало тоже. Лучше в норму. Да, лучше в норму. Ребят, ну это здорово, вкусно. Даппинге. Тесто тоненькое. Начинки достаточно. Ну, свои еще было бы вкуснее. Я скоро фарш наделаю. А, вчера же окрошки сделала. И на квасе, и на кефире. Опять наделала. Вот. Без камеры, конечно. Что я хотела сказать. Свои буду скоро опять лепить. И тут же варить. Надо будет фарша наделать. Я даже Косте пообещала. Он, да куда? Надо окрошку же доедать. Я говорю, да. Может, мантов наделаю. Кто его знает? С водочкой самое то. Приятного вам аппетита, хорошего настроения, кушайте много, кушайте мало. У кого какие аппетиты, потребности, кушайте лучше меня, кушайте вместе со мной, и будет все окей. Ок. Лучшие комплименты награждения для повара. Это пустая тарелка. Да, мои хорошие. Да. Пока-пока. До скорой встречи. Пока-пока.